С муниципальной службы на государственную перешла Татьяна Исаева, бывшая глава администрации Пестяковского района. Молодой специалист возглавила контрольно-ревизионное финансовое управление при департаменте госконтроля. Теперь Татьяна Исаева будет зорко следить не за районом, а за расходованием бюджетных средств. Это проверки. Проверки нахождения виновных, наказания непричастных. И, как говорят в одной знаменитой шутки. Но в конечном итоге этот орган, который призван к тому, чтобы следить за исполнением бюджетной дисциплины. То есть на то и щука в пруду, чтобы карась не дремал. Я надеюсь, что человек, который прошел горнило работы в муниципалитете, справится с этой задачей.